открылось главное окно программы. Вот разбита она на две вкладки такие вот разделенные. Вот как видим, все на русском языке. В левом верхнем углу видим сам функционал программы, вкладочки такие. Можем немножко как бы поменьше окно, побольше сделать, вот так двигать. Немножко сделаем поменьше. Так можем двигать, чтобы было поудобнее. Вот в самом верхнем левом углу еще видим тоже стандартный классический функционал. Панель с настройками, вот такая, файл добавлять. Программа эта работает, хочу еще сказать об этой программе, она работает с множеством моделей сканеров, около 500 моделей насчитывается для работы с этой программой, поддержка и нет. Можете вложить какой-либо ваш там фотографию, вашу важную или какой-то либо документ готовый, напечатанный. Нажимаете там просмотреть, после этого отсканировать, просмотреть все дефекты. Она может попытаться все дефекты устранить, все ошибки и дефекты. На фотографиях там черноту всякую, там всякие точки там черные, ненужные и так далее. Какие-либо повреждения там, если изменился листок бумаги, например, или еще либо что-то такое. Может попытаться очень серьезные дефекты устранить и так далее. Это самые основные настройки и способности этой программы. Дальше мы перейдем к самому разделу, что она может делать. Кадрирование, вкладочка такая, размер рамки кадрирования, размер можем указывать максимальный. Вот выбирать любую бумагу. Формата там А4, 8 на 12 и так далее. Да. Размер рамки кадрирования можем изменять. Отключать кадрирование множественное. Дальше вкладочка фильтр вот у нас есть. Восстанавливать цвета. Также я забыл рассказать, еще она может устранять дефекты фотографий или документов. Также может она. У нее есть еще фильтр, множество фильтров. Как раз вот я сейчас это и нажал примерно, что может настраивать по фильтрации в этой программе. Установить цвета, можем галочку нажать снять, если вам нужно или нет. Здесь вот настроить как вам нужно. Установить постаревшую пленку какую-то, можем даже повышение резкости. Это для тех, кто опытный, я в этом как бы не очень шарю, конечно. Кто опытный, тот подразберется здесь и поймет, как что для него лучше сделать, что лучше, что хуже. Дальше вкладочка цветовая у нас такая. Цветовой баланс настроить можем. Здесь вот такие ползунками вот так через запятую можем уставлять точку черного в процентах. Яркость. Точка белого. Дальше вкладочка у нас идет на выходе. Здесь папка по умолчанию. После сканирования, как вы все это отредактируете. Избавитесь от лишних дефектов. Можете все это сохранить в путь. Указывайте папку. Здесь вот в любую там на рабочий стол там или на ваш жесткий диск куда-либо на DNF E там, какой у вас есть. Сохраняйте всю эту работу вашу. Формат бумаги указываете обязательно для сохранения ваших работ. Вот здесь вот очень много всяких форматов поддерживает также. Дальше вкладочка настройки самой программы. Здесь вот их немного. Расположены только добавлены основные самые. Язык по умолчанию. Здесь выбираете русский, английский и так далее. Какой комфортный для вас. Размер шрифта. Внешняя программа для просмотра, вот выбираете также, вот здесь нет, фолдер, Ева.
электронной почты там для интернета и так далее. Вот все, что я хотел основное, и все возможности показать, что она может делать. Вот слева в нижнем углу мы видим просмотр, сканирование, главные кнопки для работы с программой с этой. Нажимаете сканировать, потом просматриваете, что отсканировали, работаете с этим документом или фотографией. Сохраняете и все, и пользуетесь дальше. Настройки, также все увидено здесь в три кнопки, да, здесь заходите, здесь просто в разделы. Вот на выходе я забыл сказать, разделчик такой в самом начале был. Размер носителя, носитель какой, цветовой, можете указать оттенок серого, белого и так далее. Размер. Разрешение при просмотре. Автоустановка пользователя можете давать. Децибелы и так далее, разрешение при сканировании. Также выставлять можете. Повторять, отразить какой-либо вам документ может. Так далее, тут тип файла PDF, JPEG, тут и TFF, какой-то TGF есть еще. Очень множество всяких поддержка форматов. Вот мы видим справа. USCAN 9/64-битный у меня установилась версия, профессиональная версия. Вот здесь справа мы видим также добавлять. А вот это самая рабочая область в программе, можем вот здесь вот также после добавления вашего документа или фотографии, цветной или не цветной, это сама обрезная область вот здесь присутствует, вот здесь перетаскиваете какой-либо файл или документ. Вот на это поле, вот с рабочего стола, например, вот здесь вот у меня папка или чего, вот так просто берете, перетаскиваете вот сюда. Или добавляете, здесь уже работаете после сканирования ваших фотографий или документов уже самого.